Равшан Худенбергенов даже не пытается сдерживать слез. Месяц назад его ограбили в поезде по пути домой. Украли документы и деньги. Мужчина из Москвы ехал в Киргизию. На границе с Казахстаном его высадили с поезда. Надеясь на хоть какую-нибудь помощь, Равшан на электричке добрался до Кургана. Целый месяц он прожил на улице около вокзала. Ночевал на трубах отопления. В милицию заявляли? Нет. Никуда не обращались. Я пошел в милицию, они говорят, иди сам разбирайся. Без паспорта я тебя куда отправлю, говорит. Оказавшись в чужом городе, он растерялся, не знал, куда обратиться за помощью. Заметив бездомного, мы позвонили в реабилитационный центр «Возрождение» и общественную организацию «Новая жизнь». Через час Равшан обрел крышу над головой и надежду на восстановление документов. Сейчас он будет находиться в реабилитационном центре полгода. За это время он физически, духовно возрастет. За это время мы постараемся помочь ему в восстановлении документов, найти его родственников. И после окончания реабилитации, скорее всего, он уедет домой. Попасть в беду может каждый, говорят активисты. Важно, чтобы окружающие, которые заметили бездомного, помогли ему, обратившись в общественные организации. В Центр Возрождения можно позвонить по телефону 62 16 62. Юлия Король, Денис Мазин, Сергей Абалмасов, телекомпания «Регион 45».